ровный счет, за ровный счет. Вот, а мы теперь войны не боимся с Надею. Вот Надя пришла лежать. Войны не боимся. У нас рядом поселились солдаты. Наперекосяк, напротив нас. Дом пустой. Вот. И, ну, пришли сначала веник взять, поднести там совок. А потом у вас души летние есть, да? И вот они теперь купаются у нас. А потом мы что есть с Надей, кормим, угощаем их. И сегодня пришли с утра и 7 человек. А с утра нынче только 2 было. Так Валя в доме купала их. В доме душ. Там маленький же, электрический. И вот я пошла с палки. А еды получилось много. И нажарила и Надя грибы начиняла, и рыба. И главная окрошка. Картошку много натолкли. Ну, понарезались, как обычно. Ну, пойду, еще их позову. А то не сами приходят. Пошла с палкой, стучала, наверное, в лесу все. Ну, там же, где они. Они не говорят в лесу. И вы в лесу были. Позиции, на позиции. Вика, да. Теперь их это, в понедельник уже попрут туда этих. На Волчанск, наверное. Вот, и другое место их. Вот такие дела, Юлечка. Так что ребята у нас это купаются у нас, обедают. А нас обмыться, ну-ка, пробудьте одежа, какая одежа, все. Я говорю, а что это, комарина кусали? А он говорит, да нет. Я, говорит, сутки был. Сегодня утром, Дима так сказал. Это раздражение, говорит, такое. Так Валя, я удивилась, Валя в дом позвала. В доме послала, там, ну, чтобы ногами встать, и дождиком у душки в доме обмылись и двое. И больше нема никого. Они, может, еще придуть.